Всем привет, дорогие мои! Ну, я вот хочу вас познакомить с туркменской пиццей. Это ишлекли называется. Вот, она вот печется, это такой пирог. Вот такой большой, мясной внутри. Вот, она вот так вот режется. Вот так вот. Обычно шабаны его пекут хорошо. В песках я вам уже рассказывал, вот, поэтому я хочу вам еще раз познакомить вот с туркменскими такими блюдами, дорогие мои. Это вот самый настоящий ишлекли, который в духовке, конечно, да? Вот смотрите, вот я порезал вот этот кусок. Вот смотрите теперь, вот я вам показываю, дорогие мои. Вот. Мясо, вот, лук, помидоры, все специи готовы. Вот она, туркменский ишлекли. Потом нарезаем мы его вот так вот, вот, на куски вот так вот. И получаем удовольствие. Туркменский зеленый чай. Вот. И под песню Дутара, вот. Сидим, кайфуем. Вот так проходит туркменская жизнь, ребята. Вкусная, красивая, добрая. Вот. И самое настоящее. Всем хорошего вечера.